Трехпредметный комплект фирмы Мобилис, номер модели 346. Комплект состоит из жилета, блузы и брюк. Жилет полуприлегающего силуэта. Горловина жилета своеобразным вырезом. И горловина декорирована тесьмой декоративной. Также жилет идет на запах. В боковых швах приточный пояс. И пояс также декорирован тесьмой. Жилет без подкладки, ткань не тянется. И по спинке жилета на уровне талии вставлена резинка. Блуза полуприлегающего силуэта, горловина блузы круглая, полочка без швов, рукава вточные, укороченные, блуза без подкладки, ткань хорошо тянется и не светится. И по спинке швов нет. Брюки классического кроя, слегка зауженные к низу, брюки на приточном поясе, по бокам пояса вставлена резинка, по спинке брюк талевые выточки, брюки без подкладки, ткань не тянется. Затягиваются брюки на пуговицу и молнию. Если вам понравилась данная модель, вы можете заказать ее на нашем сайте нашамода.бай.